Янис Политов, актер. Ай, вы знаете, я в центр Чехова пришел в этом году, в 2022 году. Сначала попал на новогодний кампус, где мы провели прекрасные 10 дней. Вот потом я узнал, что Владимир Григорьевич добирает мастерскую, повышение квалификации. У меня, так как у меня первое высшее образование актерское уже было, я окончил в ГИК. Но мы в ГИКе больше занимались по системе Станиславского. И вот именно на новогоднем кампусе я столкнулся вот с системой Чехова. И мне так показалось, что Станиславский хорошо, нужно еще системой Михаила Чехова владеть, и тогда будет полный боекомплект. Вот, в принципе, поэтому я сюда пришел. Я здесь уже провел практически уже 3 месяца, по-моему, уже. Что сказать? Ну, получаю огромное удовольствие от обучения. Я даже еще ни разу не пропустил ни одной пары. Все время делаю домашнее задание, такой 40-летний студент. Очень много практики, очень много и теории, много и практики, много. И к нам приходят большие мастера и с мастер-классами. Мы записываем видеовизитки, мы записываем какие-то пробы, мы пробуем себя вести как правильно в кадре, чтобы теряться, не теряться. В общем, многие вещи. Я со многими этими вещами уже сталкивался на съемочной площадке. Для меня это не впервые, но все-таки какие-то вещи, которые, знаете, это как алмаз, который нужно, чтобы он стал настоящей драгоценностью, его нужно обязательно отточить. Вот здесь мы и оттачиваем наше актерское мастерство. Я надеюсь, что после окончания заблестим. Спасибо.